Если нет, уже будет. Обещаю, что сделаю. Зимой гребли снег, а с приходом весны рыбу из озера. Местные жители одного из садоводства Забельмисёва этим занимаются уже пару дней. Инициативной группой собрались и приняли спасать любимое место от уже мертвой рыбы. Тут как бы каждый летом, каждый день все отдыхают. Большинство вечерами, как бы, ну, нормально все. То есть шашлыки жарят, люди, ну, отдыхают просто на природе. А как думаете, причиной почему такое стало? Я думаю, причина потому, что когда делали скважину, ремонтировали, и председатель, я думаю, что слив вот сюда, вот из-за этого получилось. А слив что? Ну вот как, воду сливали сюда, когда прокачивали эктон, я думаю, из-за этого. За 5 часов совместной работы активисты собрали порядка 20 мешков с мертвой рыбой. Это примерно 400 килограмм. И сейчас они всерьез переживают за состояние воды. В скором времени местные жители отвезут пробу воды на экспертизу. И там уже будет ясно, будут ли люди отдыхать на этом озере. Причина еще в том, что люди сами не любят природу, к сожалению. Сами садоводы, прежде всего, должны быть тоже в этом заинтересованы. Мы ругаем председателя, но мы и сами тоже должны думать об этом, о нашем будущем, о наших детях и вообще в целом о ситуации, если нам нужно качество водоема, который мы используем, отдыхаем здесь в свободное время после работ и так далее. Потому что озеро хорошее, и не каждое садоводство может похвастаться таким прекрасным водоемом. Мы, в свою очередь, направим официальный запрос в СНТ, в котором произошла экологическая катастрофа, и продолжим следить за развитием этой ситуации. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.